261 день ежедневных видео. Что-то особо новая камера не порадовала звуком. Звук получается записывается какой-то заглушенный, как будто с какой-то коробки записывается. Конечно, у меня есть подозрение, почему он так записывается, потому что, наверное, это считается же камера, типа экшн-камера. Ее можно, написано, погружать под воду аж до 3 метров. И потому, наверное, микрофон закрытый какой-то прокладкой, которая не дает поступления туда воды. Ну, наверное, эта прокладка и мешает нормальной записи звука. Сейчас, наверное, попью кофейку и поеду в город покупать себе, точнее не покупать, а менять. Я ж, получается, купил телефон, а туда вставляются две микросим. Блин, какое микро? Две мини-сим. У меня симка получается одна старая, вторая новая. Так что я одну симку вставил, вторую симку пока таскаю в старом телефоне. Но так же ж неудобно, надо все типа две симки в один телефон вставить. Так что нужно поехать в отделение оператора, и хай там поменяют. Интересно, эта услуга платная или бесплатная? Короче, позвонил Юле, типа спросить, как там одеваться, на улице холодно, не холодно. Ну, то она сказала, как там одеваться, там не очень холодно, теплее, чем вчера. Вчера было очень холодно, вообще там, да-да-да. Короче, она меня уговорила, чтобы я подержал вечером, вдвоем зайдем ту симку, поменяем, либо ее там обрежут, не знаю, короче. Ну, потом еще пойдем где-то погуляем по городу. Ну, в принципе, я согласный. Посижу до 4. Сейчас час. 2, 3, 4. 3 часа еще повтыкаю дома. И поеду в город. Чтоб его 3 часа поделать. Яйца побрить мог. Хорошая идея. Процедура прошла успешно. Без кровопролитий. Так что все в шоколаде. Все, я уже оделся. И сейчас поеду встречать Юлю с работы. И потом, возможно, пойдем где-нибудь погуляем. Зайдем в отделение Лайфа. Может, симку обрежут там. Все, я уже в центре. Сейчас жду Юлю. Сейчас она будет идти с работы. Сказала, постой под секонд-хендом. Он, вижу, уже идет. Сейчас приблизим. Так, уже потерял, где она. А он дорогу переходит. В зеленых штанях. Пойду навстречу ей. Такая довольная. Что ты говоришь? Сейчас моя бич любимая. Да, бич. Я жрать хочу. Пошли там, куда тебе надо. А куда мне надо? Ну, пошли сегодня. А, в лайф-сервис, типа? Ну да. Ну, пошли. Что, тебе гроши еще не пришли? Такие, нет. За ноутбук. Зашли, короче, в отделение оператора. Сказали, симку можно там обрезать. Сразу можно ее обрезать. Ну, это стоит аж 49 гривен. За простое обрезание симки. Я ещё буду напильником дома её шкрёбать. Сам срежу, чем буду 50-ку отдавать. Сейчас еще идем в одно место, там Юля сказала тоже обрезать симки. Видела там сегодня это. Скрепку стояла, на ней было написано, что они обрезают симки. Говори громче, камера звук плохо записывает. Видела скрепку перед магазином ихнюю рекламу, что они обрезают симки. Зайдем и спросим, сколько у них это стоит. Салон называется Жук. Жук. Идем в Жук. Ну вот, короче, здесь обрезали симку за 30-ку. Сейчас приду домой, покажу, как ее обрезали.
шампанский хочешь. Мусора на гитаре, это вот натуральный. Юля, сок не нравится. Он кислый, с какими-то мякотью, типа. С мякотью сок. Я очень надеюсь, что это мякоть, а не пыль. И мусор. Пришли, короче, пожрать песок, лаваша, с курицей. Юля, свинья обляпалась. Теперь желтые капли. Ну, покажи. Надо закрываться. О, а пузо толстое было. А ты свинка. Свинка ты, Юля. В целом не учили кушать или что? Вот такая, короче, симка была. Вставляю такие, типа, ножницы, такие плоские, типа, степлера какого-то. Туда запихивается симка, такой, и все, оно вырезает. А, вот. Вот так его обрезало. Сейчас вставлю в телефон. Ну, в принципе, норм, входит. Сейчас закрою. Так, защелкнулось, защелкнулось. Включаем. О, симку определила. Зашибись. Короче, я так понял, эта камера фиговенько записывает звук. Звук получается как будто в какой-то коробке, как я это уже говорил. И говорил уже потому что сильно много стоит защиты от водопроникновения внутрь корпуса. И у меня такая мысль появилась. Скрутить эти болтики и посмотреть, возможно, там будет динамика, есть какая-то либо резиновая, либо какой-то уплотнитель, который защищает от воды. Я эту камеру купать не буду, так я этот уплотнитель повыкидываю, и может камера начнет лучше записывать звук. Сегодня день отснимал ее, завтра утром буду монтировать видос, посмотрю, что там со звуком. Если все настолько печально, то буду раскручивать. Я же мастер рептиль! Я что, не починю звук или что? Вырубайся уже.